Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам текстурпак PewDiePieCraft для Майнкрафта Pocket Edition. Но текстурпак выполнен в разрешении 64, так что сразу говорю, владельцам слабых устройств этот текстурпак не подойдет. Но здесь нам сразу глаза бросать, так сказать, новые деревья, трава. Вот деревья стали красивее, также изменилась у них листва. Ну, мы идем дальше. Дальше у нас идет такой моб под названием овца, которая стала черной и страшной. Здесь нам также бросается очень сильно вода, которая очень сильно изменилась. Как вы знаете, я люблю оценить в турпаках эту воду. И здесь она была изменена. Также изменили песок. Ну, как вы знаете, в текстурпаках меняют все блоки. Также изменением подался инвентарь. Вот такой топор был, каменная, так сказать, лопата. Ну, мы давайте попробуем заспавнить моба. А это у нас уже житель куда-то побежал. Стопе. Он у нас какой-то серьезный, недовольный, что ли. Ну, теперь давайте посмотрим лодку. Лодку нам тоже изменили. Здесь нам все изменили. Лодка просто стала шикарной. Ну, конечно, для меня лучший текстурпак это Findful, который я, так сказать, обозревал. Также нам сделали все кнопки в 3D объеме. Также сделали 3D объем чат. Это выглядит очень красиво. Ну, я опять же повторюсь, что для меня лучший текстурпак это Findful. Вот. Ну, вот здесь нам попадается опять новый моб. Это у нас курочка, у которой глаза находятся не там, где надо. И из-за этого ее делают... Она делается более страшной. Здесь у нас дерево под названием акация. Ну, мы побегаем маленько по миру. Здесь у нас такой песочек и одинокий тростник, который сам по себе растет и не умеет размножаться. Но все равно это все очень красиво. Очень. Ну, ссылку на скачивание, как всегда, оставлю в описании. Вот. Ну, здесь, к сожалению, не изменили, так сказать, небо, солнце. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.